распространен на юге европейской части России. Южная Сибирь до Алтая, Кавказ, Крым, Закавказье, Казахстан, Туркмения, Узбекистан, Малая Азия, Украина, Центральная и Южная Европа. Длина тела от 7,5 до 17,5 мм. Головотрубка самцов заметно сужена к вершине, с четко раздвоенным килем между основаниями усиков. Лоб с глубокой ямкой. Вдоль срединного киля глубокие бороздки. Серые, короткие, прилегающие чешуйки, покрывающие переднюю грудь, переходят на бока передней спинки сверху в виде зубчатой полосы. У переднего края они оставляют голое черное пятно. Скульптура передней спинки сверху грубая. Диск покрыт глубокими ямками. Основание угловидно вытянуто к щитку. Надкрылья у основания едва шире передней спинки, со скошенными плечами, густо покрыты светлыми чешуйками, которые образуют две волнистые поперечные перевязи. Вид является олигофагом. Клеван перевязанный – серьезный вредитель свеклы. Личинки развиваются внутри корней свеклы, мари, лебеды и других марьевых, а также отмечен на тысячелистнике. Яйцекладка происходит в первой декаде мая на корне молодой свеклы и на расстоянии 6-10 мм от поверхности почвы. Общее количество откладываемых самкой яиц 70-90, иногда и больше. При температуре 25-30 градусов по Цельсию в лаборатории развитие яйца длится 7 дней. Личинки 50-60 дней. Куколки 12-16 дней. Клеван перевязанный предпочитает открытые места обитания с песчаными основаниями. Степные лужайки, пруды, луга, края дорог, поля и виноградники. Зимой жуки в почве. Имаго появляются весной, в апреле, и встречаются до самой осени. Новое поколение появляется в конце июля, начале августа.